еще у нас очень часто спрашивают, как окрасить достаточно густую основу Active Liquid с помощью красителя. Мы покажем это на базе ProColor. И сейчас сделаем с вами цветную жидкую основу. Ну что ж, переливаем наш густой киселек. Предлагаю основу Liquid подогреть немножечко в микроволновке, для того, чтобы она была более податливой. Для этого нам нужно буквально 10 секунд. Основа уже готова. И она стала гораздо жиже, чем была изначально. После застывания она примет свою прежнюю форму. Давайте для окрашивания используем красный краситель, потому что он дает очень красивые оттенки розового. Мне очень нравится. Думаю, не только мне. Любой девочке это придется по вкусу. Видите, как он быстро растворяется. И мы получаем розовый такой. Идеальный розовый. Еще я хочу добавить сюда блесток. Ну, это так. Просто вот захотелось. Настроение сегодня такое. Смотрите. Они быстро распределяются в структуре нашего геля для душа. Мы получаем очень приятный цвет еще и с переливами. Блестки не осядут в основе Liquid, они будут распределены по всей поверхности. И сейчас предлагаю залить все это в удобный флакон. У нас получился идеальный цвет с блестками. Я думаю, что любой девочке, взрослой и маленькой, это очень понравится. Мы видим, что блестки не осели на дно, они равномерно распределились по всей поверхности основы, поэтому очень рекомендую добавлять во все жидкие основы с ликвидом блестки. Очень клево выглядит. И краситель. Это нежный розовый, здесь минимальная дозировка нашего красного, он же малиновый. То есть мы можем окрасить с помощью ProColor от вот такого розового. Здесь, конечно, не намного больше дозировка, но все же цвет уже очевидно красный.